Всем привет, друзья! Меня зовут Владимир, с вами Вредный Енот. Мы продолжаем играть в игрушку Red Dead Redemption 2. В прошлой серии мы познакомились с Черной Белль. И сегодня, я думаю, нам нужно посмотреть какие-нибудь новые квесты. В тот раз мы для какого-то левого чувака все это сделали. Давайте попробуем, наверное, в этот раз все-таки на лагерь поработать, потому что они тут сидят уже без нас, скучают. Не знают, чем бы заняться. Вот нужно пойти им всем дать волшебные пендали, чтобы они шли и, соответственно, тащили припасы. Так, давайте я меточку уберу, наверное, вот так вот. Вот. Так получше. Вот, хорошо. А еще мы находимся в зоне, где за нас целых 15 бачей награда. Так, ну давай, Хози. О, не, я не хочу ходить. А что-нибудь другое. Давай что-нибудь повеселее. Тут хоть опять поиск какой-нибудь грабануть, я не знаю, дилижанс, в конце концов, почему нет? Охота, блин, что охота? Мы в прошлой серии, вон. Че ты молодец. А в прошлой серии на аллигатора охотились и на охотников за головами. Поэтому давайте что-то как-то повеселее. А вы где все-то, блин? А, ну вот. Ходишь, ходишь по лагерю, вон, награда 15 бачей, а? Чуть дешево они меня ценят. Прошу вас. Ну давай, Киран. Давай разозлим, давайте. Ты сам должен с ним поговорить о твоей старой банде. Я же говорил, я ничего не знаю. Я так и думал. Эй, не надо горячиться. Похоже, что наш друг язык проглотил. Я надеюсь, мистер Уильямсон сможет его разговорить. Что, готов поболтать, пацан? Мистер, я вам все сказал. Я ничего не знаю, ясно? Они все вовсе не друзья. Я просто какое-то время жил с ними. Вранье. Понимаешь, я это уже слышал. Может, ты в этот раз скажешь правду? Дач, сделай ему больно, чтобы он когда-нибудь откроет рот и рассказал нам все. Кого я обманываю? Если его Дрискол откроет рот, то непременно врет. Да пошло оно все. Давайте просто повеселимся. Кастрируем его. Да! Что он делает? Куда он идет? Не волнуйся. Это просто яйца. От них одни неприятности. Знаешь, в Древнем Риме евнухи были одними из самых преданных придворных. Нет, ты шутишь? Да нет, конечно, больные ублюдки. Что вам от меня нужно? Ну, говори, ты будешь в любом случае. Вопрос только один. Сейчас или уже после того, как мы отрежем эти штуковины? Ладно, слушайте. Я знаю, где прячется Дрискол. И вы правы. Вы ему не нравитесь. Так же сильный, как он вам. Он в хижине Сикс Пойнт. Я отведу вас туда. Серьезно. Он мне не нравится. То есть он мне нравится еще меньше, чем вы. Не обижайтесь. О, я не обижаюсь. Ну ладно. Отведи нас туда. Прямо сейчас. Дачи, я этим займусь. Будет весело. Ну ладно, давайте, пошли. А 2 недели назад они не могли это сделать. Кормили же его 2 недели, все равно раз не сдох с голоду. Давай шевели этим поршнями, блин. Куда мы направляемся? Холмы за Валентайном, я вам покажу. Джон, возьми с собой этого подонка. Если что-нибудь выкинет, пристрели его. Ага. Так. Давай. Ему лошадь не положена, а у нас буренка вот красивая. Блин, буренка вообще так как, конечно, нифига не кобыла, но тем не менее. Не знаю, наверное, будем звать ее буренка. Как-то оно вот так вот случайно само получилось. Да пойдемте. Так а что, пацаны, может побыстрее, а? Ничего страшного, жопа отшибет. Так... Не принципиально нам-то. Все отмазывается, что не Дрискол. Давай. Во, погнали. Морган, у тебя в сидельной сумке метательные ножи. Дач сказал, что ты можешь... чего делать? Меня попросили отдать их тебе. Я делаю тебе одолжение, рассказываю тебе об этом. Спасибо. Раз еще раз захочешь мне что-нибудь отдай сразу мне. А не прячь и не надейся, что подвернет случай мне об этом рассказать. Последний раз я что тебе для тебя делаю. Эй, я все правильно понимаю. То, если я все правильно понимаю, то нам сюда.
Да, эти места я знаю. Поезжайте по этой тропе между скал. Ну, я думаю, нам ловушку никакую не состряпал, потому что 2 недели он сидел, в принципе, без связи с вообще. Я думаю, его думают, что он труп. Так, а как так? Как ты, Джон? Нормально. Еще не очень хорошо, но я в порядке. Надеюсь, черт побери, ведь ты столько валялся в постели. Эй! А, ну, Эйбигейл не давала мне встать, ты же ее знаешь. Она никого не слушает. Ну, пока у тебя был припадок безумия, и ты прятался за своей женой, а нас поливали свинцом. Я бы сделал для вас то же самое, если бы вам было плохо. Надеюсь, но боюсь, что ты не умеешь никому помогать, кроме самого себя. Видишь, Адрискал? Если он так обращается с друзьями, представь себе, что он сделает с врагами. Мне стало ясно, как вы поступаете с врагами, когда вы поднесли щипцы к моим причиндалам. Билл, эти щипцы еще у тебя? У меня есть нож. Им там чисто не отрежешь, ну да ничего. Имей это в виду, парень. Всегда об этом помни. Теперь свернем налево, дорога ведет кругом и наверх. Фига ты, блин, тут не за следопыт. А мы тут 2 недели-то чем занимались? Почему мы их не нашли? Они тут вот, они под боком. Давай, ладно, скачем. Вот эти холмы, направляйтесь к ним. Парни, поберегите лошадей, сейчас будет подъем. Знаете, вы не так уж отличаетесь от Дрисколов. Что ты сказал? Я уже много недель наблюдаю за вами, и... Ты был привязан к дереву, ты ничего не знаешь об этой банде. Да, но я бы сказал, что вы мало знаете о Дрисколах. Но, возможно, я знаю вас больше, чем вы о них. А о них я знаю все, так что... Так, расскажи нам, чем вы похожи на этих собак? Вы вне закона, как и они. Вы пытаетесь выжить, как и они. Жизнь у вас опасная, тяжелая. Вы сражаетесь с законом, с природой, вы заботитесь только о себе. Вот видишь? Вот поэтому ты Адрискал. Адрискал, это вы пытаетесь выжить, а мы пытаемся жить на свободе. Колм, подлый вор и убийца, а Датч больше похож на учителя. По-моему, вы все одинаковые. Значит, ты ничего не понимаешь. Мне кажется, ему яйца оторвут нахер сегодня. Джон, заткни ему рот. Надоел ты мне. Парни, мы почти на месте. Итак, никто не знает, не соврал ли нам этот сукин сын. Но если все так, как он говорит, и Кольм Адрискал здесь, тогда мы сможем завершить многолетнюю войну прямо здесь и сейчас. А, в троечка-то. Аминь. Так, теперь налево, спуститесь с холма, а затем в лес. Мы зайдем тихо, разберемся со всеми, кого найдем, и постараемся не поднимать шума. Ладно. Но если не получится, тогда действуем быстро и жестко. Так, как мы умеем, хорошо? Я не против. Я за, Морган. Ну ладно. Через эти деревья. Че-то куда-то у нас ведет собака эта. Мы уже совсем близко. Я бы оставил лошадей за этой опушкой. Я только заберу свои пушки, буду готов. О, доверие лошади улучшилось. А, удерживайте R1X во время чего? Да, вы сидите верхом. Так. Вот так, давай. Хотя, наверное, лучше лук взять, если мы без палева хотим. Давай вообще пока уберем все это. Нафиг. Вот так, Тарки, переключись. Вот это место, хижина за этим холмом. Понятно. Сядайте с лошадей, пошли. Ты не собираешься взять ножи? Я же сказал, спокойно. Так, ножи. Вот это, наверное, набинтать? Нет, это простой нож. Лук. Так, возьмем вот это, возьмем лук, возьмем пистолет. А где ножи? А, вот они, метательный нож. Нифига себе, динамит есть. Ну, давайте, наверное, вот так вот все взяли. Даже я вооружился по самое не могу. За мной, давайте, это недалеко. Совместная поездка на лошади не сделала нас друзьями. Помни, я слежу за каждым твоим шагом.
Мне кажется, ни к чему вас выдавать. Это же будет самоубийство. Ты сдохнешь, парень. Сначала лишишься яиц. Господи Иисусе. Эй, вон там, видите? Нет. Он мне не идет. Так, давайте-ка вот так пока переключим. На лук. А то я с этими метательными ножами сейчас тут делов-то натворю. Сам себе. Блин, его кастрируют точно. Случайно. Тишина там, на поляне. Там наверняка прячется куча людей. Они вооружены? Вооружены. Пьяные. Не любят чужаков. Конечно. А Колин Дрискол? Он наверняка в сетижне. Скорее всего, напился и валяется в отключке. Вот. Вон там кто-то идет. И кто скажет ему, что в котел брой? Полагаю, тот, кто спугнул дичь. Пойду это, Лю. Потом догоню вас. Не, так не пойдет. Мы подождем, и тогда мы сами ему все расскажем. Да, да, да. В реальной жизни кто-то выстрелит посланца. Это будет наш старый ублюдок Оль. Да, сэр. Да брось ты, потерпи. Ну же. Морган, что делать с этим, кто мочится, с тем, кто у дерева? Так что, убить его надо? Не-н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 е! Чем? Давай вот это. Во! Во! Давай в лобишнике, ой, затылки его. Во! Мы ж беспалево делаем! По стелзу! Хотя так-то он не должен был упасть, его не должна была там третий глаз появиться и к дереву пригласить его. Спокойно. Так, бандита Дрискола. Прицелиться, вот, убрать издали. Так, убьем их издалека. Это можно. Ты идешь или нет? Так я как бы целюсь. Только он не целится. Вот, другое дело. Наверное, сейчас провали миссию, но давайте попробуем. Хорош! Я, в принципе, на это надеялся, то, что он тоже сейчас жахнет одновременно со мной, но кто его знает? Отсмеяться в GTA, это мы могли. А эти хрен его знает. Как он там, бот будет себя вести. Так, патроны, револьвер, нормально стрелу взял. Хорошо. Я понимаю, лучше нам как-то вот так вот, типа за деревьями. Тихо, не шуми, главное. Главное, по стелзу все делаем. Тот парень, что на бревне, что с ним делаем? А я его не вижу. На каком нахрен бревне? А! Так чё, блин? Прицелиться, чё? Что? Вот. Ладно, что дальше? Мы добрались до ограды. Спокойно. Сейчас я подойду, не спеша, посмотрю. Че вы меня кипишуете? Ты куда? Тихо. Кипишует меня, блин. Так, бандит Адрискала. Прицелиться. Не-н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 е. Вот так давай. Не надо. Так. Но он один же, да, вроде? Прямое решение. Да подожди ты. Банду пойдем сами, только вот я понять не могу, ты вот спиной нам сидит кто? Вон там еще один хрен ходит моржовый. Сейчас будет перестрелка, поэтому нам нельзя это делать. А там кипиш наведем сразу. Так, я, короче, не понимаю, пацаны, чего вы хотите. Не, подожди. Вот, а, давайте банду пошлем, потому что я пора их валить. Вы готовы? Как всегда, вперед. Ай, твою мать, вы что творите? Ай. Ай, ладно, где мой револьвер? Револьвер мне в зубы. Не так планировалось это. Бляха-муха. Знал бы так, лучше сам пальнул. Один хрен кипиш навели. Нормально? Держи, держи. Хорош. Тихо, тихо, кто стреляет. На, держи, держи. Да ёпты. Вот это надо снять. Ты еще живой, что ли? Да ты заколебал. Во, нормально, наконец. Так, отлично. Вот этого надо снять как-то. Он меня заколебал вот так уже.
тихо-тихо-тихо. Вот, макушку вижу. А чёрт, промазал. Давай-давай, вылазь, вылазь, собака такая. Вот сюда. Блин, промазал. Да ёп. Стрелять не умел, еще и забыл как. А, он все труп. Хорош. Нормально. Во, вот другое дело. На, вот что-то Steam решит как-то. А по-моему пули не долетает, наверное, слишком далеко или что-нибудь, типа разнос там как. Да нет, вроде попадает. Ну, спокойно. Давай, заряжай, заряжай. Хорош. Отлично, минус. А, вон. Мне кажется, у меня сколько лучше получается, когда я сижу и не спеша целюсь и стреляю. Это не взорвется, ничего там, да? Собака какая. Так, вроде его слили, я чуть не уверен. На карте он не отображается, давайте вот это попробуем. На-на. Во, меткий глаз. Но я пока его не буду использовать, смысла нет. Мы из его крутки стреляем, так что нормальненько. Вот, отлично. Опа, чайка вологодская бежит. Это она? Уйди. Где еще? Вот он. Сняли. Все, хорош. А где этот? Потенциальный евнут. Все, вставай. Так, встань, что такое? Вот. Так, погнали. А, хижину обыскать. Так, секундочку, давайте сначала патрончики, еще что-нибудь такое. Что-то ограбить-то можно у тебя. Вот, нормально. Знаете, что предлагаю? Давайте теперь вот на это переключимся. Эта штука хорошая. Ну, что-то я там не стал ее использовать, как бы. Смысла, мне кажется, не было. Это когда мы будем уже без укрытия, без всего, тогда это палево. А раз в укрытии смысл. Дорогие патроны тратил. О, доллары, все дела. Патрончики вообще нормально. Так, хорош. Ладно, что-то мы тут взяли. Я думаю, пойдемте дальше. Что такое? Так, секунду, наверное, покомячить надо. Что-то у нее там вообще все паршиво. Так. Ой, недавние документы, ценности, оснащения, материалы, компоненты, тоники. А, вот провиант. А, давай, наверное, хомяч. Ну-ка. Во, нормально, я же говорю, там что-то у него аж все красное, плохо все стало. Так, через костер мы не пойдем. Ну ладно, пойдемте к хижине, чувак. Так-то нифига не снайперского расстояния, лупанули он патроны, все дела. А что-то патронов в них как-то мало, вам не кажется? Где тут вход-то? Чего? Что-то заскрипело, захрустело. Подожди, а чё за? Вот. Вот теперь идем. Только что не могу сразу с прицелом идти. Или могу? А, нет, могу. Хорошо. Ну, давайте, как в классике жанра. Что-то типа этого, наверное, да? А, ну, а можно и так. А ты как думал? Лошара. Вы в порядке? Да, спасибо. Нихера себе. Да у него, походу, третье яйцо отросло только что. Кольма Дрискал. Его здесь нет. Ты нас подставил. Иди сюда. Что? Ты нас подставил. Нет. Ты подставил Кольма Дрискала, здесь нет. Он был здесь, клянусь, я. Если бы я хотел вас спасать, то не стал бы вас спасать. Это точно, Артур. Ну ладно, уходи отсюда. А? Я тебя не убью. Я вас не подставлял. Проваливай. Проваливай. Я тебя отпускаю. Давай, вали отсюда. Это все равно, что убить меня. Там. Без вас. Кольман Дрискал от этого просто в ярость придет. И что? Я теперь один из вас, вот что. О, господи. Ну ладно. Но я тебя предупредил. Да, я понимаю, ладно. Ладно, возвращаемся в лагерь. Ну что, вы нашли деньги? Какие деньги? Да там обычно деньги в дымоходе. Я проверю. Остальные живы в лагерь.
Видите, Артур, я не такой уж и плохой. Эй, Билл. Передай Датчу, что старину Кирана не стоит убивать. Пока что. Да, хорошо. Обыщите хижину, ну ладно. Оп. Пачка денег, нифига себе. Короче, парнишку-то вообще нормально зашугали. Так, дымоход, да, вот тут он говорил. Чего сменить? Чтобы очистить его, нет. Секундочку, знаете, что хочу? Сумку открой. Да, не хочу очистить, ты мне сумку открой. L1, чтобы открыть селектор оружия. Перейдите до сумки, дроик в должный вид. Давай сначала посмотрю, вообще он хороший. Во, ну вот другое дело. Так, почистите достойное. Я вот это хотел посмотреть, вот он. Информацию. Давай чистим. А, ну вот тут уже поинтереснее. Так, допустим. Приблизить отдалить, целиться. Так, зачем мне это? Сменить ракурс. Приблизить отдалить. Давайте посмотрим, что такое вообще. Так, перевернуть. Назад. Ну, вроде как... ладно, назад. Хорошо. А если, допустим... Допустим, знаете, как сделать? Допустим, вот лук у меня есть, да? Вот, L1. Ну-ка попробую поменять. Вот теперь я хочу посмотреть. Ход за оружием. Вот так, наверное, надо тыкать. Ну, я думаю, он там... Явно, наверное, будет получше, чем лук. Но лук, он беспалевный лук-то. Блин, я не знаю, что взять. Не, давайте лук возьмем, у нас будет дробовик. Лук и пистолет для дальней стрельбы, или дробовик уже для рукопашки вот сойдет. Так, так вот, я что хотел-то? Тут же бабки нам сказали, я уже из-за дробовика чуть было не забыл. Самое-то главное. О, по крайней мере, вы что-то перепрятали. Так, что тут что есть? Ящик открывай. Ох, ни хрена ж себе! 600 бачей, нормально. Во, шпи, нормально. 600. Надеюсь, это барсук. Ладно. Ой, еще сумочка какая-то. Чемоданчик. Давай грабь. Тут, наверное, уже по мелочи все будет, но все-таки. Вот, пожалуйста. Так, ваш опыт здоровья при использовании. Хорошо. Че у них? А, вот патроны. Че у них так все мало-то всего? Вот еще патроны возьми. Вроде как целая банда живут, взять-то нечего, вообще грабить нечего, кошмар. Ладно, хоть баксы были. Так, все, бери. Клубничка. О, нормально, бурбон. Все. Все. Ну, наверное... Да, вроде как все. Ладно. В смысле в розыске? С какого перепуга-то я в розыске стал? Эдите лесом. Давай, поехали. Там кто-то есть. Легавые. Да по-любому легавые. На, щемите отсюда нахуй. Задержались бы, задержались. Так. Тихо, нет, 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 нет. Какой тормоз? А ты паркурщица? Какая у меня хорошая лошадь. Нифига себе она вытворяет. Горные козлы такое не умеют. Давай быстрее, там сейчас в жопу будет стрелять там. Так, вот тут вроде типа дорожка. Во, нормально. Короче, мы главное отсюда свалили, остальное пофиг. Так, ладно, куда-то мы ушли. Тормози, тормози, молодец. Так, нам теперь куда? Нам нужно на базу, наверное, вернуться, я так понимаю. А, ну вот они приехали. Кто-то, наверное, федералы. Законники, да-да-да, федералы приперлись. Ну или кто они там? А чё-то они не активны, почему? Потому что меня ищут. Ладно, погнали пока туда. Сейчас перейдем на базу, разберемся. Так, ой, мне не нравится, что мне вообще в другую сторону, в сторону законников. Ну ладно. Будем отстреливаться, что теперь? Тут на побочное задание. Выполняйте задание, вы повышаете свою честь. Не хочу пока задание это выполнять, я потом его как-нибудь. А ты отсюда можешь как-нибудь так? Ну вот. GPS так себе. Так себе GPS тут. Ну, грабить мы пока никого не будем. Мы хоть нарвались, но мы
как бы убивали только тех, кто на нас дергался. И никак иначе, поэтому нам, в принципе, на это наплевать абсолютно. Даже с этим заморачиваться не стану. Вот, пожалуйста. Вот если на нас нападут или будут выделываться, вот тогда да. Я так понимаю, нам через город-то мы зря, наверное, едем. Давайте мы через него не поедем. Вот так вот по опушке, типа города, по окраине. Спокойно. Во. Я сильно в городе пока светиться не хочу. Хрен его знает. Сдадут с потрохами же. Вон, видите, там какой-то стоит он, что-то было. Ну, это, скорее всего, какой-нибудь побочный квест, но тем не менее. Так, ладно. Сюда налево. Давай, давай. Вот, все. Сейчас до базы доберемся, там разберемся, что к чему. Посидим, побеседуем. Куда-нибудь пацаненка отправим. Какой-нибудь секретным ингредиентом, типа моча скунса. Скажу, что жизненно необходим. Пускай бегает, добывает. При этом моча живого скунса. О, чтоб повыделывался больше. Так, сюда, да? Давай, родная, чуть-чуть осталось, чуть-чуть. И нет, не доскачем мы так. На всех парах. Ладно, ладно, так. Далеко, да, еще? Да, далеко. Ладно. Скажем так, почешем борду пока. И пойдем не спеша. Хэртлендс какой-то. А что, может как-то чуть-чуть поактивнее, нет? А вообще далеко еще? Да, нет, почти на месте. В принципе, можно в город сходить, 15 баксов заплатить, чтобы они отстали, но что-то я не хочу. Я с какого перепугу взял и заплатил за то, что на меня наехали? А, сейчас. А это, так понимаю, лошадь, наверное, угнать. Все, отдохнул, поскакали. А что, она у меня будет буренка, все. Это айс был? Да ладно, нам пока она не нужна, я думаю. Хотя, в принципе, вот так вот, если вдруг на миссиях будем случайно кого-то валить, я думаю, мы будем это спокойненько собирать без... Опа, без проблем. Что там случилось, Джон? Кто такой? Где Джон? Что случилось? Артур. Чего? Ну? Вижу, у тебя тут дело. А, что там? Пытаюсь. Нифига, не понял, короче, ладно. Я не понял, что они там поболтали, вообще ни о чем. Половина из них была при этом по-английски, без субтитров почему-то. Довольно странно, ну ладно. Все, на базе наконец-то. А вот эта вот лошадь, это что за лошадь? Я так понимаю, это, наверное, теперь у меня две лошади? Ну-ка. Ну давай, давай. И... Ты что это заглючил? Слазить не хотел. Так, ладно, груз лошади пока брать не будем. Вот это, я так понимаю, наверное, моя вторая буренка, да, теперь? А, нет, не это. А это красивая? Вот моя... Ах ты! Тварь. Где-то у меня... Черт. Черт. Не могу в лагерь. Нифига себе! Класс! Вот он реализм. Лошадь телепортируется из нихера и убивает. Зашибись. Всегда мечтал. От такого реализма я всегда ждал. От это как раз та. Вот это вообще прелесть просто. Прям всю жизнь мечтал. Прям вообще кидалово какой-то. Вы что творите? Я понимаю, убила лошадь. Ну твою ж за ногу. Ну почему она появилась из нихера, из ниоткуда? А я где вообще нахожусь? А, ну ладно, недалеко. И лошадь вроде рядышком. Бляха. Вот ты скотина-то, а. Надо эту, короче, черную эту ишака этого завалить, блин. Иди сюда. Когда набираете, теряете. Так, ладно, это вес. Скотина. Ой, тварина, а. Не, ну ладно. Будем знать. Все, в лагере, нормально. Давайте-ка еще какое-нибудь задание успеем спокойненько. Так, вообще к лагерю 50. А что так мало-то? Я вам только что, по-моему, там несколько сотен. Да-да-да, не могу ездить, хорошо. Ну, давайте вот к букве D сходим. Она поблизости. Это дача. Так, а ты же меня бить не будешь? А, так это конь. А почему я тебя буренкой назвал? Это моя вторая кобыла. Дача.
Дач. Ну давай, дач. А присесть персон. Так, персон даже вот их мы уже переносили. Дач. О, мисс Оши. Ну что ж, наконец-то мы встаем на ноги. Так что, ты нашел покупателя? Пока нет. Но Козия работает над этим. И когда мы поедем на запад? Скоро. Я не знаю. Мне кажется, что многое изменилось. Весь мир изменился. Они больше не хотят видеть таких, как мы. На нас теперь идет охота. Мы умнее их. Только самые жалкие люди работают на правительство. Хорошо бы так. О, мистер Морган, поверьте дачу. Вы должны поверить. Они схватили Мику. Дач! Артур! Что происходит? Мику поймали. Его арестовали по обвинению в убийстве. Он был в Страбери. Спокойно, сынок, дыши. Они едва не линчевали меня. Они отвели его в дом шерифа Страбери. Говорят, что ему грозит смерть. Или что там? Чего? Этот кретин сам все виноват. Ты сам знаешь, что я о нем думаю, дач. За всем этим пафосным. Бляха. Нет, я этого дурака спасать не буду. Я не могу пойти. Мое лицо известно всему Вестерли. Я прошу. Он бы тебя выручил. А вот он вряд ли, но... Что ж, хорошо. Артур. Ленни, ты как? Конечно, я в порядке. А ведь тебе не очень. Возьми парень с собой в город. Валентайн, не Страбери. Напои его. И Артур. Без глупостей. Это уже в прошлом. И вытащи Мику из тюрьмы. Капец. Идем, сынок. Я все сделаю, дач. Просто я не могу все бросить. Ладно, хоть так. Я не хочу к этой скотине приближаться. Кстати, а у него какая-то реально пони. Поезжайте в салон Валентайна. Давайте мы сейчас метку уберем. О, поехали. Так, ну давай. О, нифига себе. Кружка до сих пор осталась. Ладно. Хотя вообще маленько странно. Если уж они за реализм бьются, тогда бы уж сделали, что типа я просыпаюсь там в кроватке, там за мной сиделка, все дела, что-нибудь такое. Типа ухаживает, я там очнулся. Давай сюда. Чё там Мика опять делал? А чем вы занимались? Вы же должны были поехать вперед и чё? Я спрашивал его, что мы будем делать, но он такой... Не беспокойся так, у меня там одно дело. Ну ты его знаешь. Да, знаю. Он был навеселее еще до того, как мы туда приехали. Потом мы встретили каких-то людей, одного из них Мика знал, еще выпили. Причем это вроде как трезвый город. А потом он одного из них подстрелил. Я знаю, кого именно. Я даже не могу объяснить, как это произошло. Как будто молния ударила. А потом на нас набросились. Они уже собирались меня связать, но я скользнулся на последний момент. Теперь все будет хорошо. Мы обо всем позаботимся. Значит, ты поедешь его вызволять? Я с тобой. Нет, оставь это мне. А пока давай выпьем и забудем про Мику. С выпивки все и началось. Мы просто выпьем по рюмочке, чтобы ты успокоился, потом поедем обратно, хорошо? Хорошо. Так, предупредим. Мы с двумя парнями в прошлый раз попали в ту переделку. А, предупреждаю. Мы прибыли. Ну, всякое бывало. А, вон, нашел. А что там-то припарковался, нам напротив? Давай сюда! Кто это в Эрне разливное пиво льют? В смысле, разбавленное. А тут разливное, все нормально. Пойдем букашку бухать. Пошли. Офигеть, если он испугался за то, что кого-то там схватили, еще даже ничего не сделали, то как он вообще наша банди, которую мы тут убиваем всех подряд? Блин, шляпу надо найти. А лучше чью-то. Так, ну давай, облокотись. Слышь? Ты не охренел ли, а? Негритосина? Вообще борзый, блин. Между прочим, я угощаю, что ты меня толкаешь? Охренеть. Одну или две, да? Конечно, просто выпьем. Никаких драм. Давай пиво, пожалуйста. Вы. Мне неприятности не нужны. Насчет меня можешь не беспокоиться. Я тогда просто защищался. Но Томми... Так, выпей с нами. Спасибо.
И давай. Тоже Миха многих тут знает. В этом-то и беда. Это ты к чему? Ну, то есть я видел много разных ужасов, но Миха. Я видел много разных ужасов. Может, заткнешься? Может, заткнешься? Утихни, приятель. Слышь, лепрекон? Ну как свалил отсюда? Боже, ну вы и скучные. Оставьте эту дурочку в покое. Да не морасит. А четвертый вариант будет? Давайте потолкуем. Послушай, дружище, ты обаятельный малый. Но нам с другом нужно обсудить важные дела. Не мог бы ты оставить нас в покое? Не в обиду, будь сказано. Некоторым не угодишь. Давай пошел нахер отсюда, пьянь. Я просто хотел проявить радушие, ага. Ни хрена себе, по одной. Это обычно в России так. Давай по одной, и началось. Ленни, ты где? Ленни. Блин, гребаный алкаш. Где он может? Может, он, я не знаю, в туалет пошел? Мне кажется, его походу поймали. А может быть? А может? Так, ну. Ладно, давайте на улицу выйдем, посмотрим, что за херня. Может, он сюда вышел куда-то? Просто у нас на карте показано, что он в доме. Может, он вышел, хрен знает, нет. А может, с дамочкой познакомился, такая мадемуазель местная какая-нибудь. Вполне себе, тут вон, смотрите, какие. Так, ну и где он? Чё за лепреконы тут вокруг? Вы чё творите? Понаехало. Эмигрантов в Америку, капец. Где Ленни, ё-моё? А, стоп, так он на первом этаже? Здравствуй, Артур. В смысле? А, вон он. Блин, дебил этот. Чё, ты дурак, что ли? Честно говоря, я даже не знаю. Эй, алкашня, давай пей, давай бухать лучше, херней страдаешь. Вот как нормальные мужики. Почему ты не женился? Никто не хотел за меня выходить. В том-то и дело, понимаешь? Ленни? Ленни? Отвали. Да какого хрена, а? О, сейчас будет весело. Слышь, лепрекон, пошли. Мне удача нужна. Там радугой сейв паку. Сделаешь? Не трогай бронишку, животные. Ты понимаешь, с кем разговариваешь? С ничтожеством. Я разговариваю с ничтожеством. Что ты сказал? Я говорю, что ты сказал? Да бить надо было потом. Да, пережите язык, мистер. What? Чё за нахрен произошло, я не понял. Давай как-то... Ой, хорошо, что не показано. Ремешком закрыто. И это, кстати, повод нерадостный. Что за ремешков? Можно спрятать. Так, куда идти-то? Опять туда, опять ему сейчас морду бьют. Ленни! Так вот он же. Инел. Я сказал тебе повсюду, Ленни. Сколько ты уже выпили, приятель? Да и хер узнает. Много. Черт, Ленни, хватит прятаться. По-вашему, выгляжу как Ленни? Я хер не знаю. Да, только что выглядела. О, Ленни. Здорово. Вот и ты, Ленни. Я Клайд, вам нужен я. Да в смысле? Ленни, ты нахрена оделся в платье, Ленни? Так дела не делаются, ты зачем это делаешь? Вот и ты, Ленни.
Лени, уходите, вы напились. Ой, какие мы тут, блин, все культурные. Блин. В чем он был одет? А, о, вот этот похож. Такой же в дрова, вот так. Лени, мой мальчик. Лени, о чем, о черт. Ваш пенис, вас пенис скрин отличишь. Ё-моё. А, покажите мне... Артур, Артур, что ты делаешь? Тебя ищу, идиота. О, настоящий. Нихера, да у него голова, как у Савыча, повернулась нахер. На, пощечину. На, на. На, собака такая. Ты хороший друг, Артур. Тихо. Ваше здоровье. Ваше здоровье. Опять ты. Кто это, блин? Ну, куни. Хотя, мне кажется, это уже нам нужно. А, вот. Не, в смысле утопить. Не-не-не, давай обратно вытаскивай, ты чё? Бляха, надо было утопить. Давай на свинках покатаемся. Сюда, сюда. О, это плохо. Это, походу, шериф. Вот это они. Я разберусь, разберусь с этим. Живым не дамся. Бля, когда его вообще вправо тянет, короче. Ой, да, сейчас. Да вы что творите? А, ладно, хер с ним, прыгай. Живым не дамся. Походу, завтра нас будут доставать дачи. Меня и Лени, и... Кто там последний-то был? За кем? Кого? Мику. Мы же его пошли вытаскивать. Или нет? А, да не-не-не, вроде нормально. Просто убежали, проспались нормально, хорошо. Ты живой? Нет вообще? Можешь пошевелиться? А, о, сам. Нет, сам. Какой же ты болван, Борган. Болван, неужели снова? Хорошо, по... Чего? А, март 1898 года. Лили Альфред... Всегда в моем сердце. Какой, а? Классный переводчик. Мы вообще где находимся, да? А, так мы у лагеря. Так, секунда. А подождите-ка, я что-то сейчас не понял. Так мы миссию провалили или где? А, нет, буквы D-то нету. Давайте вот сюда. Ой, лошади-то моей тоже нету. Ладно, нам вроде как туда. Вы можете отдохнуть, удерживая во время отдыха, ваши статусы не истощаются. Если они очень низкие, то будут слегка восстанавливаться. Да нет, нормально все. Побежали. Вот так с бадунища, бац, побежали. А, ваш статус выносливости на нуле. Выносливость будет восстанавливаться медленнее. Так, я не знаю, может ему это? А похмельчика? Почему нет? Окей. Okay. Настойка. Вот. Так. Давай-ка. Глотни-ка. Во! И сразу жизнь хороша стала, а? Похмелился-то, красавчик. Нормально, идем. Ладно, добраться до лагеря теперь. Надо узнать, что теперь с Микой, что теперь с Леней. А то меня сейчас это больше всего волнует. А, мы-то набухались как... Да, поросячьего визга, по-любому так и было. Судя по тому, что мы там видели. Не, ну кстати, да, знаете, нам как надо сделать? А никак не надо сделать, у нас ни хрена нету. Ага. Ну, так уж. А, нам, короче, надо теперь
передачам как-то задобрить, сказать, что он потом и куропатку принести, еще что-нибудь такое. Вон, айс там летал, давайте попробуем его капнуть. Вон, куропатка побежала, побежала. Такой, да. Блин, куропатка, я не могу так быстро бегать, я пьян. Хотя нет, куропатка, ты пина, иди домой. Ладно. Как где-нибудь, все равно где-нибудь тормознет сейчас. А не может бегать вечно. Чего? Лени! Ты ли это? Лени! Лени! Слышь? А ты чё это трезвый уже на охоте? Watch yourself, Lenny. So, так, что с тобой приключилось, Валентайне? Я мало что помню, а ты? Я проснулся, чёрт-ти где, жуть. А ты чё такой бодрячком-то, слышь? Лени, чё за фигня? Почему я в говно, а ты бодрячком? Да и вчера так же было. Так, ладно, найдем куропатку, вольнем. Кролик. Не, кролика я хрен поймаю. А я самая медленная кривая рука всего западного восточья. На, нет, я должен заткнешься. Короче, Лени-то на месте, все нормально, все хорошо, все шикарно просто. Ну что ж, давайте тогда мы на этом пока, наверное, закончим. Ладно, выжили, бляха, из бадонища, правда, все. В общем, ладно, давайте на этом мы закончим. Все ссылки будут в описании под видео. Если вам серия понравилась, не забывайте большой палец вверх, оставляйте комментарии и подписывайтесь на канал и на паблик. Всем удачи, всем пока.